опера китайского композитора, китайского музыканта, написана на сюжет «А зори здесь тихие». Это очень знаменитый сюжет, это очень знаменитый фильм, который снят в нашей стране. Фильм о трагических событиях войны. Это Вторая мировая война, которая принесла много трагедий и несчастий и моей стране, и стране, которую вы представляете, Китайской Народной Республике. Но сегодня театральные произведения, которые создаются в память о тех страшных годах, имеют огромное значение. И композитор, прежде всего, и режиссер спектакля, и дирижер спектакля, это китайские мои коллеги, создали очень сильный спектакль. Я получал большое наслаждение от пения и солистов. Великолепный хор. Вот, очень сильная партитура, очень сильная оркестровка. Оркестр Мариинского театра старался.